Мероприятие проходит при поддержке правительства Москвы. Хотим выразить огромную благодарность коллективу спортивно-патриотического клуба «Ярофон». Также нашему постоянному партнеру по ведению отметим. На самом деле, очень приятно быть в этих стенах, потому что ощущаешь вот эту всю энергетику. Потому что у меня сам дед воевал. И когда оказываешься в таких местах, действительно, вы знаете, начинаешь ценить жизнь. Потому что тогда люди жили только одним днем, неизвестно, что случилось бы с ними на следующий день. Мы сейчас живем в такой стране. Вот. Поэтому в первую очередь, конечно, я хотел бы обратиться к молодежи, к учащимся кадетским корпусам. Вот, цените жизнь. Вот. Сейчас столько много всего соблазна. Вот. У нас целая программа для детей. Основной вид спорта клуба у нас является рукопашный бой. Но задача клуба не воспитателей, а великих спортсменов. Мы самое главное даем детям понять, что именно через единоборство, через этот вид спорта ты можешь добиться абсолютно всего. Мы попробуем вас вдохновить в современном формате то, что мы сегодня подготовили. Не забывай, кто у руля в этом огромном мире. Орел двуглавый и держава с именем Россия. Мое оружие — это любовь и вера. Только попробуй разбудить русского медведя. Сильнее тот, за кем есть правда, мы за справедливость. Дадим отпор любому, кто придет нам с негативом. На страже Родины войска, которым нет равных. Ни по умению, ни по масштабности парада. На чистом небе летят журавли, березы, тополя, поля. Современных орудий, гордость от того, что все это заслуга русских. АК-47, легенду военных историй. Граница на замке, пока что рука на затворе.